Сегодняшняя акция стала вынужденной мерой, потому что наше противодействие, то, что мы мирно хотели донести до наших работодателей, до собственников авиакомпании, не доходит. С 1 декабря вашу зарплату уже уменьшили больше, чем в 2 раза. И мы вот против этого протестуем. Мы протестуем против того, что люди, которые работали на Ан-148, на Боинге 767, остались без работы. С весны начался этот процесс. Были обещания, что будут переучивать. На сегодняшний день почему-то наша компания принимает именно на работу пилотов Трансаэра, а не тех, которые находятся за забором. Письмо есть, которое отдали в Совет директоров Москвы. Письмо, на котором Зигман, писатель Совет директоров, он согласовать написал. Но на сегодняшний день мы там представителей своих дали туда, там, с разных авиакомпаний, кто участвует в переговорах по оплате труда. Но встречи никакой пока нет. Зарплату понизили с 1 декабря, а дальше переговоров не ведется. Мы хотим подтолкнуть эти переговоры. У нас есть конкретное предложение, как система оплаты выстроить, на какой уровень, который может устроить всех, надо переговариваться. Они просто продавливают это вот свои решения оплаты. И сейчас они вынуждают работников работать больше. Берут с них согласие работать сверхурочно, работать свыше там 800 часов, 900 часов в год, которые можно только 800 часов летать. И вот в связи с этим компания Bain, которая американская, здесь аудит проводила, она как раз рекомендует. И мы ожидаем где-то 150 человек. Расскажите, пожалуйста, какие действия вообще предпринимали, как вы боретесь? На сегодняшний день парадокс. Люди летают, вот у нас прилетел из Стокгольма, через Москву прилетел. 6 часов он потратил на то, чтобы добраться до Питера. Когда рейс всего 40 минут занимает. И мы всегда летали. Из Стокгольма летали, и в Хельсинки летали, и Амстердам летали, и Лондон летали. У нас и Баку, и Ереван забрали. У нас рейсы, которые достаточно, вот, допустим, Франкфурт закрыли рейс, а этот рейс накачивался из Астаны, Алматы, Новосибирска, собирал пассажиров и еще спикер разводил Франкфурт. Достаточно этот рейс убрать, Франкфурт, все остальное идет через Москву. Аэрофлот так поступает. Он просто хочет забрать весь объем работы, положительный, который дает им прибыль, в себе. Вот против чего мы выступаем. Что страдают горожане, наверное. Мы говорим сегодня жесткое «нет» тому, что унижается заработная плата пилота. Тому, что пытаются нас сократить и уволить. И нашу авиакомпанию, которая является старейшей в России, еще с 1934 года образована. Эта авиакомпания уничтожается. Ее разбавляют другими компаниями. Уменьшается количество самолетов, уменьшается количество пилотов. Прокуратура, которая должна надзирать за законностью, почему-то выступает на стороне работодателей. Мы получили 2 ответа, но они подписаны одним человеком, с 2 уровней прокуратуры. Мы не получили ответа от трудинспекции, потому что наша трудинспекция в Санкт-Петербурге спит. Опять же обращаемся к властям города. Пожалуйста, разбудите нашу трудинспекцию. Дайте возможность, чтобы она защищала наши права, чтобы мы не таким образом могли решать, а цивилизованно, а за столом переговоров. Те же самые проблемы не только у вас. Они касаются абсолютно всех. Всех. Вот на любом, на заводе, на фабрике, в магазине. Происходит все то же самое. Потому что причина одна и та же. Причина – это собственник. Желание собственника получить максимальную прибыль. То есть причина в организации самого народного хозяйства, основанного на частной собственности. И пока есть эта причина, всегда будет желание получить, набить себе карманы за наш счет. Союз докеров приветствует вас, но, к сожалению, повод очень грустный. Справедливые ваши требования мы полностью поддерживаем, солидарны с ними. На самом деле, для решения таких вопросов реально надо привлекать городские власти и власти страны. Потому что если уже добрались до пилотов, то останется с простыми работниками. Такие вопросы, как снижение заработной платы и на такие цифры, как у вас, самостоятельно не решить. Мы хотим вернуть нашему городу доброе, красивое небо с нашими самолетами, с нашими летчиками, которые базируются в Санкт-Петербурге. Надеемся, что наша борьба впереди за сохранение рабочих мест, а также заработной платы нашей,
будет успешной, и поддержка, которую окажем мы вам сейчас, будет не бесполезна. Спасибо, товарищи. Спасибо.